добрый вечер, дорогие друзья, гости, любители музыки. Сегодня мы собрались для того, чтобы отметить, так сказать, десятилетие нашей группы под названием Labor Band, что в расшифровке означает «Лаборатория Евгения Ревнюка», то есть меня, лидера проекта. Прошло 10 лет, за это время сыграли с нами многие музыканты, и сейчас практически, можно сказать, совсем все новые на сцене стоят музыканты. Но во втором отделении ожидается приход двоих музыкантов, которые стояли у истоков этой группы. Но тем не менее, сегодня мы хотели как раз сыграть концерт с таким бонусом в виде брас-секции. За это время записали два альбома, они у меня тут есть, я потом позже вам продемонстрирую. Так, играем концерт, в который включены, в программу включены пьесы авторского сочинения. Они посвящены путешествиям, самым лучшим местам на Земле. Путешествия, природа, отдых и кое-что еще. Первая пьеса называлась «Розовые очки», а вторая будет носить название «Орбитальный блюз». Thank you.
Сейчас прозвучит пьеса в духе Антонио Карлоса Жобима. Называется она просто «Босса Нова». Брас-секция у нас на время покидает, и после этого она вернется. Так, просто «Босса». Thank you.
Теперь мы приглашаем наших дупляков, замечательных. И исполним композицию с юмористическим названием «Ах, белый диплодок». Thank you.
Спасибо огромное за аплодисменты, за поддержку. Спасибо. Чуть позже я объявлю состав группы. А пока мы сыграем еще более динамичную громкую композицию в быстром темпе. «Три лепестка» — «Three Petals». Thank you.
представить участников нашего концерта, начиная вот с наших духовиков. На альт-саксофоне Анатолий Келе, на трубе Иван Акатов, Даниил Ситников, тромбон, Тимур Некрасов, наш солист на тенор-саксофоне, поправился, клейки, и еще многие другие инструменты, которые в следующий раз он где-то что-то принесет. Владимир Шевяков, гитара с педалями, с процессорами. В центре у нас самый молодой участник группы. Это талантливый виртуозный бас-гитарист, играющий сегодня на недавно приобретенном шестиструнном безладовом басе. Это Александр Лупачев. И наше сердце, ритм нашей группы, это Аркадий Баклагин. Вы его могли, кстати, видеть в многочисленных выступлениях группы «Арсенал» под руководством Алексея Семеновича Козлова. Во втором отделении будет замена состава, то есть должен подойти другой барабанщик, о котором я скажу чуть позже. И другой басист, может быть, он приедет, а может, не успеет. Сейчас такое время, многие пытаются заработать все, что можно было заработать за год в течение декабря. Итак, у вас сегодня наступил момент еще одного сюрприза. И хотел бы пригласить на сцену нашу замечательную певицу. Зовут ее Дина Елисеева, встречайте. Она споет песню на английском языке под названием «Summer Night», «Летняя ночь». Правда, это не по теме, но тем не менее мы к этому все об этом с нетерпением думаем. О лете, о тепле, об отдыхе. Так, «Summer Night». Добрый вечер, уважаемые друзья, гости. Очень приятно вас видеть в этот прекрасный рождественский, предпраздничный, предновогодний вечер здесь с нами. Спасибо, что вы с нами. Я от всей души хочу поздравить Женю с десятилетием проекта «Ladder Band», вручить тебе твоего музыкального мишку, пусть он будет талисманом твоим. Пусть приносит удачу, пусть твоя фантастическая музыка, которой ты радуешь нас всех, рождается еще и еще. С наступающим Новым годом, пусть будутся все ваши мечты, пусть будутся даже те мечты, о которых вы не мечтали, чтобы вы сказали: «Вау, вот это да, я даже не мечтала, это сбылось». Ну что ж, добрый путь. Одна из самых красивых песен у Жени. Спасибо, что ты сегодня доверил ее мне спеть. See, don't you?
Дина Елисеева. Прекрасно. Замечательно спела. Спасибо огромное. И в конце первого отделения такого коротенького мы хотели бы сыграть пьесу на 7 четвертей. Вот очень незамысловатым названием. Случайная встреча. Чем смеете? Thank you.
Thank you.
Такая нелегкая случайная встреча получилась. Тем не менее, спасибо вам за аплодисменты, за поддержку. Так, хотел напомнить, что мы сегодня группа Labor Band отмечает десятилетие со дня образования, то есть с года образования. И мы для вас стараемся, создаем какую-то радостную, оптимистическую, может быть, местами веселое или лирическое настроение. Ну, во всяком случае, спасибо вам и подходите, кто заинтересовался альбомами. У нас есть два альбома 2007-2014 годов. Не стесняйтесь. Итак, небольшой перерыв, 10 минут. Мы к вам обязательно вернемся, не расходитесь. Приятного вечера и аппетита. Итак, спасибо, что не разошлись, дождались второго отделения. И хотел бы представить музыканта, который зашел на нашу сцену. Это первый участник нашего коллектива еще с 2007 года. Замечательный саксофонист, флейтист. Антон Залетаев. Он участник многих проектов, и авторский проект, и многих других музыкантов. Недавно у него вышел диск, он презентовал его двойной альбом. Вот. Спасибо. Называется «Весенний летун», да? «Летный сезон». Называется. А вот этот диск, который 2007 года, называется «Find Your Dream» – «Найти свою мечту». Вот как раз Антон там и сыграл все 10 треков. Теперь передаю слово солисту Антону. Дорогой Женя, поздравляю тебя с десятилетием. Это возраст, в общем-то, уже не мальчика, а такого подростка, ну, в смысле ансамбля. И для меня вехой было вообще вот это большим удовольствием, и целой вехой в моей жизни было работать над первым альбомом Labor Band. Я вспоминаю это с настоящим музыкальным наслаждением. Мне очень нравятся Женины вещи. Вот, и мне нравится, что музыка его развивается, не стоит на месте, она там, так сказать, осваивает даже разную какую-то стилистику. Вот. Так что с днем рождения, с юбилеем. И прозвучит в исполнении, в нашем исполнении, прозвучит пьеса «After the Rain», что означает «после дождя». Thank you.
залетает пара с вашим присутствием и участием в нашей группе. Спасибо вам большое. И на сцену возвращается наша незаменимая пара-секция. Звучит пьеса моего сочинения под названием «Счастливое путешествие» Мэри Трип. Так я перевел. Thank you.
самом деле у нас должны были сегодня последние 3-4 вещи сыграть басист и барабанщик Алексей Заволокин и Федор Андреев, но из-за декабрьских предновогодних апокалипсисных пробок, я думаю, их визит невозможен, их приезд. Поэтому мы продолжаем с нашими незаменимым барабанщиком и бас-гитаристом. Мы сыграем пьесу, в которую вошла в альбом 2007 года. Называется она «Тропинка к морю». «Path to the Sea». Thank you.
Спасибо огромное. Мы продолжаем отмечать десятилетие группы Leaderwent. Для тех, кто, может быть, не услышал или не увидел. И после такой долгой тропинки к морю будет, да, довольно быстрое осознание того, что мы пришли уже к морю. Мы пришли к морю и называем следующую пьесу «Парейбл», «Притча». Thank you.
соло на теноре Тимур Некрасов, соло на бас-гитаре без лавры Александр Лопачев, соло на гитаре Владимир Швейков, участник проекта «Синяя птица». Наш праздник постепенно, плавно начинает переходить в завершение. И поэтому у нас осталась в запасе одна или две композиции. Называется следующая композиция «Водопады» Ниагарские. «Waterfalls». Исполняется второй раз. Thank you.
Итак, наше десятилетие состоялось. Спасибо, что вы были с нами. Мы старались, чтобы мы были в хорошем настроении, вы нас подпитывали. Огромное спасибо. Проходите за альбомами. Я вам видео покажу. Итак, до скорых встреч. Спасибо Араику и звукорежиссеру Славе за отличный звук. Всего доброго, следите за рекламой. 21 января мы играем в Кубе Гудмана. Приходите, будем вас. Будем вам очень рады. Все, до свидания.